У Почты России уже в ближайшее время появятся десятки новых распределительных центров, что позволит значительно увеличить скорость доставки посылок. Об этом сегодня шла речь на встрече Владимира Путина с главой компании Николаем Подгузовым. Обеспечить повышение качества обслуживания, по его словам, поможет грядущее увеличение зарплат почтальонов и операторов на 20%. Говорили и о социальной роли компании. Ваша структура предприятия, в широком смысле слова, имеет не только важнейшее экономическое, но и социальное значение. Знаю, что в последнее время развивается достаточно успешно. Хотел бы послушать ваши оценки, пожалуйста. Уже в январе 2019 года мы открыли и ввели в промышленную эксплуатацию вторую очередь логистического почтового центра «Внуково-2». Это нам позволит в московском регионе вывести качество доставки на самые высокие рыночные показатели. Одновременно осенью 2018 года мы создали компанию, которая должна с использованием всех самых современных технологий за 2 с небольшим года создать сеть из 38 логистических почтовых центров. Вопрос по Почтбанку. Мы с вами понимаем, вы это знаете хорошо, Почтбанк имеет, конечно, очень хорошие перспективы развития. Мы сейчас действительно высокими темпами разворачиваем сеть банковских отделений и видим, насколько население хорошо отзывается об финансовых услугах в Почте России. Это очень важно, имею в виду, что некоторые другие крупные финансовые учреждения по тем или иным соображениям сокращают свою сеть. И, конечно, это еще одна очень важная функция, в том числе не только экономическая, финансовая, но и социальная, которую Почтбанк может исполнить. Имея в виду, что сеть почтовых отделений это по всей стране работает.